Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, Линара. С нами сегодня моя близкая подруга, мой первый партнер в компании Москрипт, София. И с нами наш тоже дорогой друг Николай. Да, привет. Привет, ребята, привет. Привет. Вот как раз Николай всю информацию посмотрел, и сейчас вот мы ответим на вопросы Николая, и как раз решили записать ролик, чтобы всем было в помощь этот ролик. Кто чего недопонимает, прям как в первом классе. София, открой, пожалуйста, экран. Открываю. И вам слово, пожалуйста. Так, Николай, почему ты до сих пор не с нами? Ты же знаешь, что там, где мы, там и зарабатываются. Причем минимум вложения, максимум вы выкладываем оттуда. Ну, как вы мне показали, да, вопрос понял. Как вы мне показали, да, тут реально большие деньги, видно, хороший заработок. Вот посмотри, со 100 долларов, здесь можно за 4,5 месяца выйти на 9,420. Ты это увидел? Да, я это увидел. А что тебе помешало с нами начать? Вот смотри, я 24 января зарегистрировалась с Линарой вместе, она чуть раньше, и я, да? Смотри, объем 2 миллиона 719 тысяч долларов. Почему долларов? Потому что здесь люди регистрируются только единовременно с оплатой вместе по 100 долларов. Представляешь, какой объем мировой компания делает? Вот это всего за 20 дней. И она нам дает возможность вот за эти объемы, которые намного опережают, чем мы за ними успеваем, понимаешь, выплачивать за эти объемы вот по этой схеме. Видишь, за 1500 долларов 20 долларов платят, за объем 7500 40 долларов, за объем 15 тысяч 80 долларов и так далее. Обрати внимание, объем 120 тысяч сегодня за один день компания делает, потому что здесь, я уже посмотрела, 1500 человек в день регистрируются со всего мира. Это и Индия, и Африка, и США, и сейчас совсем недавно подключился Европа и русскоязычный рынок. А теперь посмотри, Николай, ты эту информацию знал с нами на самом начальном пути. Я, когда мне эту информацию Линара дала, вот если честно, у меня свободных денег на тот момент времени в кошельке не было и на счетах не было. У меня разложены в инвестициях были. Вот не было физически, чтобы их взять и положить. Но подруга моя, которая также одновременно с нами получила, она просто понравилась, захотела, и так получилось, что она говорит: ну давай, София, какие проблемы? Я тебе дам, ты зарегистрируйся, и она встала под меня. Я буквально на третий день ей возвратила деньги. Знаешь почему? Потому что вот 4 человека пригласила, 4 человек, которые дружат с головой. Вот это для меня очень важный фактор. Если человек дружит с головой и с деньгами, то он слышит. Они пришли, свои 100 долларов, как и я, захотели превратить 9,420 до 4,5 месяца. И смотри, на следующий день я заработала 150 долларов именно фиатными деньгами, да, и 150 коинов. Это произошло буквально за 2-3 дня. Угу. Потом, Николай, смотри, что произошло. Я, значит, отдала своей помощнице, которая мне помогла здесь стать, ей деньги. Я поставила 5-го человека, понимаешь? И внутренними деньгами открыла следующий, еще один кабинет, а потом еще один. Теперь смотри, что произошло. Сейчас, благодаря одной купюре 100 долларов, у меня параллельно идут вот эти по схеме вот 3 раза. То есть в первом кабинете, вот смотри, видишь, я выполнила, видишь, здесь 6 уровней. Потом я посмотрела же, а зачем мне ждать 15 дней? Помнишь по схеме вот здесь? До 5-го уровня, когда доходим, ставим 5-го человека, мы ждем 15 дней. Кстати, вот у нас в Линаре был вчера 15-й день, и мы получили по первому кабинету 320. И смотри, мы что сделали? Я взяла и думаю, а что я буду ждать 15 дней, когда людей полно? Я бы могла бы, Николай, посмотри, я бы могла бы
Сейчас я тебе, чтобы это было наглядно, потому что именно, я бы могла бы все 12 поставить вот так. А я подумала, а зачем мне 12 человек вот так ставить? Ну, выполнила бы условия все. И вообще бы, да, если мне каждые 15 дней потом выплата идет с 5 уровня, да, то есть я поэтому поставила 5 и 6. Смотри, целый месяц я могу больше в первом кабинете не ставить людей. Когда придет мне за 6 уровень $600, скажи, пожалуйста, Николай, я могу из этих $100, если даже мне все скажут, нет, не хочу, я не дружу со своей головой, и я не буду это, свои 100 превращать в 9,402. Скажи мне, пожалуйста, когда ты бы получил 600, из них $100 взял бы, а поставил бы своего ближнего какого-то человека, родственника, открыл бы аккаунт, чтобы получить, посмотри, Никола, чтобы получить 1200. А когда получишь следующие 15 дней 1200, ты из них $100 можешь взять кого-то зарегистрировать еще? Могу. Ради 1400. Понимаешь, здесь очень надо просто не то, что много знать. Здесь, ребята, нужно просто прочухать вот этот момент. Поймите, я всего один раз со $100 вошла, вот уже второй кабинет, видишь, выполненные условия, 6 уровней. То есть 6 уровней, а я-то всего 20 дней, да? Во втором кабинете тоже выполнено. Первые 4 мне и во втором сразу заплатили. И я из второго кабинета, представляешь, взяла свои $100 из 150 и создала себе еще один кабинет. Вот, видишь, нажимаю, ты не поверишь, опять 6 человек уже выполнено. То есть по-хорошему... Целый месяц София может больше ничего не делать. Но София не останавливается, знаешь почему? Потому что вот эти люди тоже хотят $100 превратить в 9,402. Я просто каждому человеку, кто хочет, и помогаю. Это те, кто приглашает людей. А у тебя стоит вопрос, как я поняла, что тебе некогда заниматься с людьми, правильно? Да, правильно. Но, хотя, ты сам понимаешь, да, сказать два предложения человеку, это много времени не нужно. Я знаю, что пишу людям. Я пишу: привет, у меня есть шикарная возможность, как $100 превратить в 9,420 за 4,5 месяца. Если тебе интересно, пиши за 5, 7, 10 минут, покажу. Угу. И ни один человек это... мне еще не отказал, и также София. На самом деле, не то, что мне не отказали, те, кто отписался, да, интересно, вот те никто не отказал. Кто не отписался, а они мне нужны, если они хотят со своими $100 сидеть и за 4,5 ничего не менять с ними. Ребят, давайте еще. Цифры – это точная наука. $100 по отношению к 9,420 – за 4,5 месяца. Николай, можешь мне сказать, сколько это процентов? $100 от 9 тысяч чем-то, там 1%, что ли? 9 тысяч, если 100 превратить за 4,5 месяца в 9,420, это делает сколько процентов? Считать умеешь денежку? 1000%, подожди. Да ты что? 1000% это $1000. 10 тысяч процентов. Почти 10,000%. А если точнее, так как, опять говорю, цифры, это точная наука. $100 за 4,5 месяца поднять на 9,420%. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какой-нибудь проект, который мне позволит мои $100 превратить за 4,5 месяца в 9,420% подъема? Нет такого проекта. Ну тогда, Николай, какие... Я не знаю такого проекта. Отлично. Теперь ты мне понимаешь, почему даже можно, если даже у тебя некогда нет людей, не страшно, если взять с позиции как инвестора. Ты же у нас инвестор, да? С позиции инвестора. Скажи мне, пожалуйста, что тебе мешает? Вот ты зарегистрировался, и 4 человека близких, родных людей есть? Есть. Это должны быть живые люди. И ты поставил каждого человека по уровням, чтобы вот открыть вот эти 4 уровня, получить 20, 40, 80, 160, можно в один день, можно в один час.
Но твоя инвестиция уже будет не 100, а 500. Да, я согласна, что это больше в 5 раз инвестиция. Но теперь давай посчитаем. Когда 5 человек, ты и со своими 4 близкими, родными людьми открыл аккаунты и заработал сразу на следующий день $300, из которых 150 фиатными, и возьмешь вот эти $100 и поставишь 5-го человека, тебе открывается уровень 5-й, через 15 дней ты получишь 320. Из 320, которые будут поделены половина долларами, половина коинами, из 160 возьмешь 100 и поставишь на 6-й уровень еще человека. Либо, тут смотри, какая возможность. Либо ты сам регистрируешь людей, создаешь им почты и аккаунты, а людей потом говоришь: слушай, у тебя есть аккаунт, под тобой есть такой объем. А вдруг человек захочет, понимаешь? Это, да. Я со всех сторон эту схему рассмотрела, и я говорю, более шоколадной схемы я за 20 лет в сетевом не видела. В сетевом я всегда создавала эти объемы сама. И то мне не платили за все объемы. Мне платили только от, в зависимости от квалификации. Здесь одни $100 можно превратить в 9420 и то несколько раз. Здесь даже инвесторам интересно. С $500 вошел, его $500 за 4,5 месяца я уже показала. Вот понятно, да, было, как мы можем открывать эти уровни. А объемы намного опережают. Вот посмотри, в моем третьем кабинете объем, я его открыла на неделю позже, чем первый. Поэтому в первом у меня почти 3 миллиона, а здесь 1 695 000. Но даже 1 695 000 объема, вот посмотри, это 9-й уровень. Ты видишь, насколько быстрее опережают объемы, чем по схеме мы можем получать? Ну да, вижу. Вот, и теперь посмотри, $500, если поднять на 9420, ну у тебя же там времени людей приглашать, да? Или тебе жалко там помочь человеку увидеть эту возможность $100 превратить в 9420? Хорошо, ты зашел с $500, ты потом на следующий день получил, вот видишь, next day, за твоих четверых, то есть ты $100 и твои 4 человека. На следующий день эта выплата у тебя вот здесь. И выводим мы вот здесь. Кошельки у нас есть. То есть можно сразу на блокчейн выводить, можно создавать пины, но я сейчас не об этом. А я о том, что даже не надо выводить денежку, ты можешь поставить 2-го, 3-го, 4-го, да? Потом своими деньгами, то есть, извини, 5-го. Угу. И все. И 15 дней занимайся своими делами. Что там у тебя, фулы, пулы? Ну вот, извини, это я просто любя так говорю. Пока ты фулами своими занимаешься, или пулами, как правильно, скажи, я не сведущий человек в этом. Но 15 дней пройдет как один. Вот мы вчера с Линарой, я говорю, получили вот эти по 320 из первых своих кабинетов. А у меня их 3, у Линары еще больше. И смотри, что произойдет. $500 по отношению к 9420 сколько процентов? Ну, чуть меньше, чем 9420. Понимаешь? Это получается, да. Сейчас скажу, $500 это по-быстрому так, не совсем точно, почти 2000%. Скажи, пожалуйста, Николай, где есть проект, даже инвестиционный, где я вложу $500, и мне за 4,5 месяца мои $500 поднимут на 2000%. Я готова участвовать. Знаю. Я готова участвовать в таком проекте, если у тебя есть. Вот, вот вся разгадка, Николай. Поэтому посмотри на это с позиции выгоды своей собственной, а не то, что я тебе убеждать буду. Мне сегодня никого не надо убеждать. Смотри, 3 кабинета у меня до 6 уровня выполнены. То есть, даже если все хором будут мне говорить, нет, них, най, да нет проблем, ребята. Придет время, я возьму из внутренних денег, поставлю сына, подруга. У меня очень, кстати, много друзей. Я всех друзей своих обожаю и ценю.
но они не все с головой дружат и с деньгами. Я их поставлю, а через какое-то время поставлю перед фактом. Либо они будут тоже делать самое, а либо, смотри, что, еще одну мулечку хочешь, фишку? Да, да, смотрю. Вернусь, Николай, в первый кабинет. Я понимаю, я немножечко тебя не то что шокировала, в хорошем смысле, да, ты сейчас увидел по-другому эту возможность. Смотри, вот эти деньги, я пришла вот на эти деньги. Вот, видишь, схема. Я это увидела сразу, однозначно. Думаю, ё-моё, $100, 9420, по-любому разумный риск. Дальше. А я потом обратила внимание вот на эти деньги, видишь? То есть я пришла на вот эти, за схему, да, компания от объема получает. А потом смотрю, думаю, а что это за деньги? Майнинг профит. И мне объясняет человек, который меня пригласил. А это твои $100... У компании на ферме, которая где-то у них там в Индии, они не забирают себе наши $100, с которыми мы вход делаем. Они ими управляют, майнят каждый день. И $100 в виде 120 за 4,5 месяца возвращаются сюда. И посмотри, как наши деньги оказываются, вот, майнинг профит. Я не буду тебя больше долго задерживать, просто покажу. Видишь, да. Вот с 25 января мне капнула первая цифра. Мои $100 майнит компания, да, управляет ими. Они работают, кстати, 5 дней на нас, нашими деньгами на нас, 2 дня на себя. Но согласись, что это нормальное, порядочное отношение. И вот эти $24 я получила уже от своего первого вклада. Угу. Николай, чуть-чуть да, догоняешь, да. Смотри, каждые $100, которыми я буду своих, главное, чтобы это были живые люди, Николай, которого я буду сама регистрировать, даже если мне придется создать почту, сделать какие-то усилия, время, да, вложить, но это не кирпичи, так сказать, согласись. Я $100 вложу, 600 получу, из 600 возьму, 100 вложу, 1200 получу. Поставлю этих людей, но в каждом кабинете людей, которых я ставила, вот даже если они никого не приглашают и даже не в курсе, не хотят слышать, вот эти 100 в каждом кабинете будут расти. И я их успешно сама и заберу. Почему? Потому что я открыла аккаунты, я их формировала, у меня к ним доступ. Если они не захотят, я свои все вклады, которые делала на каждом этапе для выгодного открытия доступа к следующей выплате, к следующей, я заберу. Как тебе эта фишка? Да, очень даже заманчивая, интересная фишка. Ну, да, то есть вот охватил вот этот момент. Ты представляешь, ни с какой стороны здесь невозможно потерять. Более того, знаешь, Николай, когда вот здесь собирается 120, уже проходит 4,5 месяца, компания заставляет это забирать. Угу. Даже когда я получила 320, она заставляет эти деньги забрать, вот эти, пока я не заберу, она следующий пунктик мне не откроет. Представляешь? Такого я никогда, нигде, вот такие условия шоколадные, вот честно тебе говорю, не видела. Поверь мне, я сетевик не просто со стажем, да, 20 лет, а сетевик профессионал с огромными результатами. Не одну тысячу армий людей создавала на земле. Я верю, верю. Вот. Какие у тебя вот на данный момент вопросы? Я тебе открыла, показала видение, как ты из позиции с людьми немного усилий фактически, да, 4 первых человека, и с позиции, как со своими деньгами, все 5 позиций, ты и 4 взять. Ну, вопросов у меня не осталось, все так доходчиво объяснила, все как бы понятно. Ну, чего, какую позицию ты себе выбрал все-таки? 5 минут человеку уделить и дать, пусть человек все-таки возьмет возможность. Я понял, я лучше, наверное, проплачу своих родственников или там близких. Все, тогда я поняла. У меня, в принципе, все, вот я считаю, больше говорить не надо.
Потому что раз ты будешь своих, тебя вот эта сумма не будет интересовать. А видишь, еще здесь 246 тысяч. А у Линары вообще там за 700 закатило. Это уже выплата за объемы личной команды. Ну, то есть я пригласила 4, и все мои 4 пошли по 4 делать. Понял, да? И вот за это еще за свои личные команды. Вот. Более того, Николай, когда ты тут внутри еще будешь зарабатывать, здесь у нас еще одна программа, но об этом мы потом. Я просто тебе хочу сказать, что я знаю, как вот эту программу не под 4% в неделю, чтобы она работала, а чтобы твои 500 долларов в неделю приносили как минимум 14%. 16. Но об этом потом. Софиечка, 16. Так, дорогая, 16 это когда 12. Спонсор, не спорьте со мной. Я считать умею. Я на 10 человек рассчитала. Все хорошо, просто мне надо убегать сейчас. Я вас услышу. Отлично, Николай, тебе хорошего дня. И твое решение принимать будешь только ты. Я думаю, что когда будешь готов, можешь просто-напросто обращаться к Линаре. Хорошо. Хорошо, спасибо. Николай, счастливого пути. Софиечка, спасибо. Вовремя я решила записать ролик. Этот ролик откроет глаза многим-многим-многим людям. Всем пока. С вами был Николай, София и Линара. Приглашаем вас в команду, друзья. Задаем вопросы. Все данные будут под роликом. Всем успехов и процветания, друзья. Если вам понравится ролик, лайк и комментарий не забываем.